Лично у меня никогда не было личного наставника. Хотя я могу своими наставниками назвать 100 человек. Это выдающиеся бизнес-тренеры, актеры, бизнесмены, люди, которые достигли успеха. Я посетил очень большое количество тренингов. Я был на различных шоу, я видел, как звезды ведут мероприятия. Я каждого из них могу назвать своим наставником. Такого, чтобы был один, который меня ведет, у меня никогда не было. Это собирательный образ тех людей, которых я видел, от которых я что-то взял. У каждого из этих выдающихся людей, которые превосходят меня в чем-то, я что-то взял. И это много наставников. Посещайте тренинги, посещайте большие мероприятия, посещайте семинары, обучающие мероприятия. У каждого из этих тренеров вы что-то возьмете. И, кстати, лучше всего посещать мероприятия лично. Кто-то скажет, я могу сам учиться, я могу заниматься самообразованием, это хорошо. Но когда ты сам учишься, тебе некому подсказать, некому ответить на твой вопрос, некому тебя направить или откорректировать. Когда ты посещаешь живой тренинг, ты перед собой видишь реального бизнес-тренера, ты перед собой видишь практика, который это все прошел, и он может тебя поправить, он может ответить на твой вопрос, скорректировать твою траекторию. Это самое эффективное обучение. Сейчас очень большое множество различных мероприятий, различных семинаров и тренингов, которые нужно посещать. Каждого встречного человека я рассматриваю как своего учителя. Неважно, друг или враг. Если человек тебя предал, он тебя все равно чему-то научил. Если он выдержал слово, если он стал для тебя примером, это твой учитель. Если этот человек тебя обманул, это тоже школа. Любой встречный человек тебе все равно в чем-то превосходит. И если он тебя превосходит, значит, ты можешь этому научиться. Бери у каждого человека, которого встречаешь на своем пути, именно тот навык, в котором он тебя превосходит. Учитесь и приобретайте бесценный опыт у тех людей, которые вокруг вас. Ставьте перед собой цели, контролируйте мысли и двигайтесь. Постоянно двигайтесь вперед. Каждый день знакомьтесь с новым человеком, и у вас будет колоссальная практика. У вас будет большая практика общения. Вы приобретаете бесценные навыки коммуникации. Вы расширяете свой круг знакомых. Это бесценный опыт, который вам никто не даст, только практика. Именно эта практика приведет вас к успеху. Никогда не откладывайте обучение на потом. Обучение – это самая главная инвестиция в себя. Обратите внимание, что профессионалы всегда готовятся, профессионалы всегда обучаются, постоянно ищут новую информацию, профессионалы постоянно ищут новые знания, учатся и посещают новые мероприятия, новые конференции, новые семинары. Они постоянно расширяют свой кругозор. Ходите на тренинги, ходите на семинары. Общайтесь с профессионалами, с тренерами напрямую, вживую. На мой взгляд, это самый эффективный способ обучения. Когда ты общаешься с практиком, когда ты присутствуешь на живом семинаре, у тебя есть возможность сразу же получить обратную связь. Профессионал может тебя откорректировать и ответить на твой вопрос. Это гораздо эффективнее, чем самоподготовка. В самоподготовке ты варишься в собственном соку, и ты можешь застрять в какой-то проблеме, из которой тебя никто не вытащит. Тебе приходится тратить очень много времени, чтобы перелопатить довольно большое количество материала. А на тренингах и семинарах, которые ведут практики, они сразу дают комментарии, отвечают на твои вопросы. Более того, кто, если не практик, может обучить тебя по-настоящему? Практик, который сам лично прошел этот путь, он сам это знает. Ну, кто еще может тебя научить более эффективно, как достичь своей цели?